Приветствуем наших читателей. Спасибо, что собрались здесь снова. С нами Владимир Шемшук, автор множества книг, эзотерик. И сейчас он ответит на самые актуальные вопросы на данный момент. Ну и первый вопрос касательно женщин. Я знаю, что женщин в этом мире очень сильно эксплуатируют, просто буквально выжимают из них все соки. Ну и мы, в принципе, можем сами даже и без эзотерики увидеть, насколько издеваются над женщинами в этом мире и ни во что их не ставят. Расскажите, пожалуйста, почему так происходит и кто это делает вообще, кто это придумал? Ведь раньше поклонялись женщинам, раньше был культ дамы, а сейчас мы почти превратились в прислугу. Да, вы совершенно правы. Дело в том, что наша цивилизация захвачена. Это видно хотя бы по таким простым вопросам, ну, по добыче ископаемых. Вот минерального сырья, сколько добывается и сколько расходуется самим человечеством, соотношение 95,5%. 5% только идет на нужды человечества, 95% исчезает неизвестно куда. Теперь вода, которая была в ледниках Арктики и Антарктиды, она когда растаяла, она должна была поднять уровень Мирового океана на 70 метров. А ничего ведь такого не произошло. А льды ведь растаяли. То есть у нас сырье все безбожно вывозится. И особенно ценен это, конечно, человеческий груз. Можно так сказать. Потому что из людей добывают энзимы по ночам в основном. Да? У нас ведь около 1000 гормонов вырабатывается. Это которые были еще открыты в 19 веке. В этом веке тоже были, ну, в 20-м я имею в виду, тоже были разработки, тоже были открытия. Это какая была мощная гормональная система, которая сейчас, в принципе, только лишь на эксплуатацию. У нас вилочковая железа с кулак была, когда человек родился, стала с горошину. А железы, которые у нас на аорте находятся, их сейчас не изучают. Но в 19 веке они были все известны. А их тоже практически не остается к концу жизни. Их все выщипывают в процессе, пока человек спит. Нас ведь специально загнали в эти вот коробки, чтобы было удобно ходить. Для них ведь запоров нет, запоры ведь только для нас. Они проникают в любую квартиру и забирают с помощью биопсии все эти железы внутренней секреции, ну, ткани желез внутренней секреции. И женщин тоже очень интенсивно эксплуатируют. У нас раньше, ну вот когда у женщины наступает менопауза, да, только тогда эксплуатация начиналась мощно, да, но чтобы еще интенсивнее их эксплуатировать, придумали специально вот сексуальную революцию. Она прошла сначала в Европе, потом коснулась России. Женщина сейчас, если она не потеряла девственность до свадьбы, это уже считается, что она какая-то неполноценная. А дело в том, что когда это внедрили, появилась так называемая ложная беременность. 4 месяца у женщины ложная беременность, а потом она вдруг пропадает. В реальности она реально беременна. Но беременна вот этими ребятами, которые захватили нас, и они на 4-й месяц вытаскивают плод. Во-первых, абортативные материалы весь, аборты ведь нам все время навязывают их и пропагандируют. Абортативный материал весь изымается. За каждого такого изъятого ребенка, не родившегося, платили от 200 до 300 долларов раньше. Но сейчас я не знаю, потому что была шумиха одно время в России, во всяком случае, это прекратилось. А теперь снова все наладили. Вот. После того, как женщине исполняется там 50 лет, говорят про менопаузу. Вот менопауза у нас 50 лет, сейчас иногда даже в 40 лет появляется. Почему это происходит? Дело в том, что после 50 лет женщины начинают интенсивно рожать. Опять же, вот через каждые 4 месяца. И почему она быстро изнашивается и умирает, женщина, да? Мужики-то понятно, они просто пьют, курят там и так далее. А женщины, они все-таки матери, они все-таки следят за своим здоровьем, потому что им надо воспитать, надо родить. Надо, значит, вырастить детей. Они более к себе трепетнее относятся. Но, тем не менее, не умирают тоже рано. Это все связано с тем, что вот менопауз почему-то нет
у тех, кто живет в глубинке. И в 60 и 70 лет у женщин продолжается менструальный цикл. С чего это вдруг? В городах в 50 он заканчивается, а там и в 60, и 70 он продолжается. Да потому что женщин опять же эксплуатируют и выращивают из этих и клонов там, и метизов всевозможных с инопланетянами. То есть они продолжают делать с нами все, что хотят. Вот, потому что мы сказали, что Земля плоская, мы сказали, что инопланетян нет, что существует какой-то заговор мировой, а в реальности это не мировой заговор, это все реально. И сейчас смеются же, что какой-то там заговор, теория заговора, да? А это в реальности все, это никакой не мифический, он реальный. И нас в реальности всех эксплуатируют. Ведь у женщины от рождения 4000-5000 яйцеклеток. И вот если даже она по месяцу, да, цикл у нее, то она должна жить 400-500 лет. Только через 400-500 лет у нас пропадает, ну, то есть женщина перестает быть, собственно, женщиной. Она перестает иметь детендродную функцию. А если у нее будет цикл, как и был раньше у нас, да, и до сих пор сохранился у северных народов, то есть раз в полгода или раз в год, то она должна быть вообще 4-5 тысяч лет жить. А мы живем сколько? Смешно сказать. Вот. Теперь, значит, нам ведь внедрили этот целонин, да, этот алкоголь, алкалоид, который входит во все посленовые. Вот. Он делает, во-первых, морщинистую кожу. А посленовым относится у нас картофель, перец, кабачки и помидоры. Ну, четыре основных, собственно говоря, наших продукта. Вот. Кожа становится дряблой и морщинистой только потому, что мы принимаем в большом количестве этот алкалоид. А еще очень здорово у нас нарушает всю энергетику – это глютен. Глютен входит практически во все сегодняшние злаки. Ну, кроме сорга, но его у нас не делают. Вот. Ну, и сейчас вот появилось это, у меня просто данных нету. Киноа, да? Вот. Пока еще данных нету. Но ее, этого злака не было, значит, нам его не давали, потому что он именно не имел этого глютена. А глютен, он блокирует, во-первых, все синтетические способности нашего кишечника, в котором происходит синтез практически всех гормонов, всех незаменимых аминокислот. У нас 60 аминокислот, участвующих в строительстве нашего организма. Мы с пищей получаем только лишь 16. Еще недавно получали где-то 25, но зато мог все компенсировать кишечник. Сейчас он этого сделать уже не может. Потому что глютен не только блокирует синтез этих, он вообще может разъесть кишечник до прободения. И перитонит – это как раз признак того, что человек много ел хлеба, особенно белого хлеба. То, что в белом хлебе глютена наибольшее количество. Самое мало или практически нет – это то, что осталось из злаков – это гречневая каша. Но она в другом плане нам не очень полезна. А такие злаки, как амарант, пшеничка, полба – это не виды пшеницы, это совершенно свои злаки, которых у нас сейчас изъяли. То же самое там мы говорим, сейчас ячмень, например, да, ячневая каша, и говорим, что это ячмень, да, но это нет, это был злак такой, он тоже исчез у нас. И то, что вот сейчас называют пшенка, да, тоже каша. И это просто в действительности, а пшенки нету. Вот все наши злаки, которые содержали полезные нам аминокислоты и не содержали всяких ядов типа глютена, они все у нас поисчезали. Поэтому человек и вынужден жить всего лишь там 60-70, ну 80 лет. И существует целый зондеркоманды, который раньше Римская империя поставляла, а теперь поставляет Швабия, которые занимаются уничтожением людей, чтобы они не жили больше, не дай бог, больше 100 лет. Вот. В реальности у человека, ну, вообще смерти нет. Она внедрена к нам на Землю, потому что мало того, что одноклеточные никогда не умирают, но у нас тоже дождевой червь, да, его разрубишь,
на несколько частей, и из него вырастают снова эти черви. Разрубишь там гидру, и она тоже снова вырастает. То есть у них смерти нет. Они живут вечно. У них смерть какая? Или его кто-то съел, или он куда-то попал в какую-то катастрофу. Ну, то есть что-то там обвалилось, засыпало камнями, не мог выползти и умер. Не было питания или еще что-то. То есть это относительная смерть. Абсолютной смерти нет. Для человека то же самое. Потому что все животные, даже млекопитающие, ну вот, например, у голой землеройки не нашли смерть. Она не умирает. А все остальные животные, там медведи, грызуны всевозможные, все насекомые, когда возникают неблагоприятные условия, они просто впадают в спячку. Благоприятные условия наступают, и они снова живые. И человек то же самое. Но человека сразу же хоронят, как только он впадает в спячку. А со смертью связано очень много названий. Это и летаргический сон, и кома там. Ну, то есть, это все названия разных состояний, в принципе, человека. Но это не смерть. Смерть, вот она тоже только лишь относительная. Съели тебя, попал в катастрофу, умер от голода или еще что-то. Абсолютной смерти нет. Вот все только относительное. И вот получается, что нас, особенно женщин, очень сильно эксплуатируют и в плане энзимов, и в плане детородных вот органов, и в плане, значит, различных наших органов, которые сейчас можно брать у человека, не спрашивая особо никого. Вот. И, соответственно, значит, мы, ну, бесправны, как были, так и, в общем-то, остаемся. И самая задача-то главная – нам вырваться из этого рабства, получить свободу. Свободу и независимость от инопланетных захватчиков, которые эксплуатируют не только ресурсы Земли, но и человека. Потому что для них самое главное, в общем-то, душа человека, которая у них идет на гавах. А гавах, он по своей энергетике, ну вот возьмите, это практически вся энергия лишняя. Нам ведь много энергии не надо для организма. Практически 2-3 тысячи калорий, которые человек потребляет в день, идут в душу. И вот за свою жизнь человек накапливает столько гаваха. Тем более у нас создано все, чтобы человек мучился. А когда он мучается, эта энергия, она аккумулируется. И за жизнь у него получается энергии столько, что ни одна атомная бомба в человеке заложена благодаря этому гаваху. Вот. А гавах является единицей размены у нас в галактике, да и не только в галактике, и во Вселенной, и в космосе. Поэтому Земля, естественно, лакомый кусочек, человечество еще лакомее. Вот ресурсы планеты, естественно, тоже лакомый кусочек. Поэтому нас и пытаются эксплуатировать, и не дают нам свободу. А вот хотелось бы уточнить, что делать для того, чтобы они не могли получать этот гавах. Возможно, человеку нужно снизить кортизол и находиться в медитативном осознанном состоянии для того, чтобы не переживать. Но вот что самое худшее они могут сделать? Лишить тебя здоровья, лишить здоровья самых близких или лишить их жизни? Но если просто глобально посмотреть, что ну, на самом деле это специально было сделано, это просто развод на гавах. И просто взять и отключить эмоцию. Это, конечно, не все могут сделать, но вот взять, отключить и войти в состояние ровности. Что тогда будет? Все равно как-то они будут получать этот гавах? Или если даже не в состоянии ровности, а в состоянии любви, и повысить свои частоты высоко, прям вот войти в состояние «я есть», все. Все равно они смогут что-то сделать? Или это может как-то помочь защититься? Да, если человек будет испытывать положительные эмоции, гаваха накапливаться, во-первых, не будет. Но дело в том, что у нас вся жизнь создана таким образом, чтобы человек испытывал исключительно отрицательные эмоции. Для этого ему внедряют вот чувство самомнения высокое, да, оценочная система вот у нас преобладает. Не отметочная, когда отмечали успех ребенка всем классом, а вот оценочная. И причем дебильная оценочная система. 5 баллов, там 4 балла. А сейчас еще американскую придумали эту систему. 100 баллов там. Ну а что? Говорит, ну вот я получил 99. Ну и что? Что они означают? Абсолютно ничего.
оценочная, это всегда, у нас она тоже присутствовала наряду с отметочной системой. Это когда говорят превосходно, красиво, интеллектуально. Вот их было 500 этих таких оценок. Причем эта система открытая была. Учитель мог сам придумать слово, которое реально отражает то, что сделал ученик. И у ученика формировалось чувство радости за других. А когда человек радуется за других, и успех того человека, за кого он порадовался, стал его успехом. И он, в принципе, никому не завидует. Он за всех радуется. И у нас объединяются люди в коллектив. Возникает коллективный эгрегор или агрегат, как правильно говорить. Вот. И поэтому в таком случае бы человечество не было разрознено. И невозможно было бы, как вот сейчас там придумали различные причины для того, чтобы людей стравливать и сталкивать между собой. А у нас это происходит на каждом шагу. И это состояние, оно не дает возможность человеку мыслить вообще. Отрицательные эмоции, они же отталкиваются. Еще Фрейд потом, Павлов, Успенский, вот они работали в том направлении, что отрицательные эмоции, они как бы, очаг возбуждения, он ни с чем не связан. Он сам по себе. И поэтому у человека могут и раздвоение тут сознания появиться, или еще, если мощный очаг. Вот, потому что отрицательное, оно все отталкивает. Ни с чем не может связаться. А вот положительное, оно все связывает. И поэтому, когда у человека положительная эмоция, он может связывать многие это, и многие события, многие факты между собой он может мыслить. Мы почему неразумны? Потому что мы находимся вот на этом отрицательном уровне. И как вы говорите, если мы будем испытывать положительные эмоции, понятно, что никакого гаваха не будет, мы будем бесполезны для этих захватчиков. Но, к сожалению, сейчас так сложно это сделать. Это делают в какой-то степени буддисты, там особенно дзен-буддисты, ну и много сейчас там направлений, которые, в общем-то, стараются человека довести его до положительных эмоций. Но тоже как бы немножко странновато, потому что они просто очищают от эмоций. Это, с одной стороны, хорошо, это вроде как обнуление, но вот когда человек концентрируется на положительной эмоции, у него все происходит. Он же притягивает к себе и события, и мысли, и людей с такими же эмоциями. Все притягивается к нему положительное. Когда он имеет отрицательные эмоции, все отрицательные события, мысли, люди, все к нему тоже притягиваются. Полностью согласна с вами. А вот еще хотела уточнить у вас... Нет, наверное, это я чуть позже уточню, а больше по теме сейчас. Вот я путешествую по всему миру уже очень много лет и объехала 120 стран. И могу сказать, что вот это взаимодействие, где постоянно все построено на страданиях, почему-то только в бывших странах СССР. Потому что если взять Мексику, если взять даже тоже США и любые страны Латинской Америки, там вообще такого нету. Там люди все всегда на позитиве, улыбаются. Если произошла авария, они выходят, смеются. А, например, в Украине, в России, если авария произошла, они выходят, матерятся и дают друг другу в морду. То есть, короче говоря, мой вопрос заключается в том, что, возможно, они специально построили нам такой менталитет, что мы друг друга ненавидели и сосвету сживали, потому что в других странах этого нет. Вот я сейчас нахожусь в Мексике, и вообще, когда я сюда приехала, я обалдела от этой энергетики, от того, что здесь все такие добрые. Вообще, я никогда не видела таких добрых людей. И здесь получить стресс вообще невозможно. Вот просто невозможно поссориться и получить стресс. Представляете себе, вот такое чувство, что это именно против славян такое. Да, славяне, потому что чистые земляне, и поэтому против них идет такой геноцид. А большинство народов, они же смешались с захватчиками. У нас же 19 крестовых походов было, официально только, да. Хотя, я думаю, гораздо больше, потому что у нас во внутренней земле на сегодняшний день 27 государств. Это, причем, не люди, это разные виды захватчиков, которые когда-то были здесь оккупантами, которых у нас разбили, но которые закрепиться смогли вот во внутренней земле. Они там сейчас живут. И понятно, что нам же говорят, что мы не отсюда.
вот славянам, там всем. А им говорят, что они здесь всегда жили. Говорят, что от черных людей пошло, значит, это цивилизация вся. Но это не так, потому что черный цвет кожи, он появляется только в том случае, если данный вид находится далеко от солнца, а меланин, который поглощает свет, он жадно поглощает только в том случае, потому что свет любому организму нужен, если его мало, и поэтому возникает черный цвет. У нас, смотрите, вот рыбы, например, да, они же все блестящие. А ведь первые завоеватели это были оаны, люди-рыбы. Они сейчас остались. Это не русалки, русалки это другое происхождение. Вот, это именно рыбы. И вот они покрылись чешуей блестящей, чтобы отражать тот свет, который они здесь получают. Потому что они тоже пришли с планеты, где мало солнечных лучей. Причем они появились, может быть, даже вот со спутников некоторых наших планет, того же Юпитера. Ну, у Юпитера сейчас 4 только осталось, там где-то один из спутников погибло, остались кольца. Вот. Но вокруг каждой планеты, вот большой, там остались кольца, потому что были раньше когда-то планеты. Вот. И вокруг Сатурна там 7 колец, да, и вокруг Урана тоже где-то 11 колец, и вокруг... Ну, Плутон там его сейчас разжаловали, он был планетой, сейчас тоже стал спутником. Вот. Но там Церера тоже, это вот Фаэтон, когда был там, да, Церера была спутником у Фаэтона. Вот. Поэтому, в общем-то, они все, в принципе, были заселены человеческой цивилизацией. Но поскольку они там рожались и жили, да, они приобрели черный цвет кожи. Но это не значит, что мы от них произошли. Это они от нас произошли. А потом, когда был апокалипсис, и планеты эти уничтожались, многие вернулись сюда на Землю. Ну, спасались. Но Земля тоже была разбомблена очень сильно. Потому что появление океанов, появление морей. Море — это слово «мор». Вот. И поэтому они появились в результате бомбежек. И там ведь, если посмотрите состав соленой воды, она точно такая же, как у нас кровь. Имеет такой же состав. И как остальные все животные. Потому что море и это кровь погибших наших предков. Потому что у нас было 7 подземных городов, а в земле воды больше, чем на суше, в 6 раз. Это данные геологии. Потому что там были моря, но они там, в принципе, и остались. И эти города, эти слои, да, вот, они до сих пор существуют. И там тоже живут разные цивилизации до сегодняшний день, вот, которые с нами не контактируют, потому что мы опущены на уровень рабства, рабов. Значит ли это, что все-таки в море, в таких вот соленых водоемах, типа океанов, лучше не купаться? Потому что это что получается тогда? Что мы апгрейдим свое тело под эти все частоты, под страдания и так далее? Да, это, несомненно, лучше купаться в реках, в озерах, то есть там, где пресная вода. Потому что там мы купаемся, в принципе, в крови. Там нет органической составляющей, но минеральная составляющая осталась. Да, вот я, кстати, какое-то время назад вообще перестала купаться в морях, океанах, хотя живу на побережье Атлантического океана, часто отдыхаю на берегу Карибского моря, но идти туда у меня нет никакого желания. Вот прямо чувствуется, что там что-то очень темное. Ну вот, у вас просто чувствительность высокая, и вы правильно коррелируете свое поведение. Видимо, да. Вот еще хотела спросить, как забирают энзимы по ночам? Это происходит в какой-то другой реальности, потому что, если честно, у меня очень часто бывает так, что я просыпаюсь ночью и вижу над собой какие-то агрегаты. Иногда вижу людей в уменьшенном размере. Ну, я уже поняла, что они умеют уменьшаться и так далее, увеличиваться, как в «Алисе в стране чудес». И какой-то иногда луч на меня вот так вот падает с какого-то треугольника. Иногда он бывает красным, иногда ярко-зеленым. И я просыпаюсь, вижу это физически, это не глюк, ничего. И как только я просыпаюсь и начинаю там делать техники защиты, они быстренько в стену так хоп и улетают. Это вот у меня энзимы выщипывают. Да, да. Ну, они выщипывают сами вот эти ткани желез внутренней секреции. У нас же, говорю, их много. Лобковые железы сейчас не проходят.
копчиковая железа не проходит, мерсонные железы, две железки здесь находятся, тоже не проходят. Их всех выщипывают, поэтому нам и нельзя в них знать, потому что их выщипывают полностью, в конце концов. Они их выщипывают сначала понемножку, чтобы они восстанавливались, а потом уже к концу жизни они выщипывают их все. Человек почему начинает так быстро стареть? Да потому что у него желез этих на ней отсутствует. Потом еще и тут видите, какая штука. Вот у нас из-за того, что внедряли неправильное питание, да, у нас же исчезли и парные органы. У нас же все было по паре. Два сердца, и люди рождаются с двумя сердцами. Две печени. Люди рождаются до сих пор с двумя печенями. Две селезенки. Вот. Ну, было два желудка, но у нас сейчас желудок один стал поджелудочной железой, да. Вот. И вот этот язычок, который мы не знаем, зачем он вообще человеку, а это был язычок, который распределял кислотную пищу в наш настоящий желудок. А второй, вот который был, наш два пищевода было, да, и выражение два, в два горла жрать, да, осталось до сих пор. Вот. А второй был вот поджелудочная железа, это был щелочной желудок. И вот он соединялся как раз с этой поджелудочной железой. А между ними была 12-перстная кишка, куда впадали протоки от печени, и откуда начинался, собственно говоря, кишечник тонкий. Но у нас было как бы две печени, значит, два протока было. Вот. Они как раз перерабатывали жиры, ну, после того, как уже переработаны углеводы там, и белки, и уже кишечник перерабатывал. И у нас почему были двойные органы? Потому что у нас все же парные меридианы, они остались. Ведь смотрите, когда удаляют, допустим, одну почку, да, все равно меридиан почки остается. Вот удаляют там еще какой-то орган, даже вот селезенку. Но селезенка – это важный орган, но люди некоторые без селезенки несколько лет могут протянуть, потому что это кроветворный орган. Вот. А меридиан все равно остается. И поэтому у нас двойная все парная система. 12 парных у нас было у этих органов, да. Вот два непарных, которых у нас сейчас якобы нету, но у нас в действительности нету. И было еще 8 чудесных меридианов. Это тоже остатки от тех органов, которые у нас исчезли с организма. Потому что у нас, в общем-то, был организм божественный. А сейчас, естественно, нас опустили, нас морфологически изменили, анатомически изменили, функционально изменили. У нас сплошные изменения. Ведь человек, когда он рождается, да, он, во-первых, там получает 27 прививок, которые блокируют у него абсолютно любую эту эволюцию. И ребенку ему не дают спать в позе эмбриона, в какой он привык, в которой он развивался. Его запеленовывают якобы для того, чтобы ножки были прямые. Вот, и он не может принять эту позу. А именно в этой позе он начинает и быстрее говорить, рано говорить, и быстрее ходить, и быстрее все остальные к нему функции приходят, которые он овладевает в процессе своего развития, именно используя позу эмбриона. И сейчас мне пишут люди, которые всю жизнь спали в этой позе, а им 70 лет, они выглядят как на 30. Потому что они продолжают эволюционировать. Ведь у нас заплатка от рождения шести этих зубов. Ну, то есть один ряд зубов ушел, да, следующий там где-то, ну, то есть молочный уходит, следующий. В 72 года у нас еще один ряд зубов появляется. И еще должно быть этих. А их нету. У нас все третий уже нет третьего ряда. Он пропал. Потому что у нас блокирована эволюция. И блокируют ее питание, блокируют ее всевозможные. Сейчас этих куча всяких лекарств напридумывали, которые вообще-то нафиг не нужны. У нас же лечили человека всегда запахами ванными. Запах, когда человек нюхает, у него сразу эти феромоны попадают в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт. Но сейчас они вынуждены, ну, то есть мы принимаем лекарства, ну и все. Садится печень, садится селезенка, вообще весь желудочно-кишечный тракт забивается этими лекарствами.
То есть в действительности лечение-то не получается. Человек выздоравливает благодаря своим возможностям, а не благодаря тому, что его лечат. Чаще всего. Еще хотела спросить насчет крови. Сейчас это очень популярно, чтобы сдавать кровь, кому-то переливать. И вообще вот кровь, она как-то на самом деле очень связана ведь с духом человека или с душой. Вот вы согласны с мнением, что кровь – это душа? И если, допустим, перелить много крови от одного человека к другому, то у них возникает какая-то связь. И этот человек, которому перелили чужую кровь, он может начать как-то вести себя по-другому. А тот, у кого забирает, что становится с ним, который потерял? Дело в том, что они объединяют свои судьбы. Если человек перелили кровь, он там попал в аварию, или у него там какая-то болезнь, и требуется переливание крови, вот, то у того, кого взяли, у него тоже возникает эта болезнь. Или происходит то же событие, которое произошло у человека, у которого не хватает крови. Дело в том, что вот когда вы встречаетесь со староверами, да, вы у них погостили, все, что вы из чашки ели, какое, ее сжигают. Ложки, которые ели, сжигают. Стул, на котором вы посидели, сжигают. Если вам постель постелили, тоже сожгут. Чтобы вашей энергетики в связи с вами не было. А у нас что? У нас даже кровь можно перелить. А дело в том, что просто, ведь достаточно перелить просто физиологический раствор. Надо, чтобы просто давление поддержать в организме. Для этого можно перелить физиологический раствор, этого достаточно. Кровь, селезенка, она восстановит, в конце концов, все необходимые клетки, которые, ну, кроветворные эти частички, белые там кровяные, красные кровяные тельца, и все постепенно восстановится. Но пока человеку плохо, пока у него маленькое давление из-за потери, достаточно физиологии. И так и делали. В войну же так и делали, потому что не было крови. Вот. До войны вообще много чего делали. И прям брали, вот прям из моря можно взять эту воду, прокипятить ее и влить в человека. Вот, пожалуйста, физиологический раствор готовый. То есть они специально это делают. Ведь есть раствор голубой крови, куча всего, то, что засекретили, потом ученых убили. Они это специально делают, чтобы людей побольше мешать, чтобы они побольше страдали, чтобы побольше было противоречий, непонимания себя, правильно? Вот в кучу одну и вот так вот смешать, как гоголь-моголь. И вот они это делают специально, как я понимаю, система. Да, у нас, во-первых, у нас только 4, говорят, группы крови. В реальности их очень много. Видов крови. И их все время открывают и точно так же закрывают. Ну, вот пример Японии. Чуть ли не каждые 10 лет там 5-я, 6-я, 7-я группа крови. Потом все забыли. Потом снова открыли. В действительности разные факторы. Потому что у нас завоевателей было много, а они оставляли свои хромосомы здесь, на Земле, в виде размножения. Ну, то есть с кем-то они там размножались. Вот бычьеглавы были, да. Вот Фергана была, в принципе, их не вотчина. Там в действительности много людей, похожих на коров. Потому что коровы – это пришельцы. У нас вообще все млекопитающие сегодня – это пришельцы, кроме человека. А эти, они просто превращены, потому что войны-то ведь были магическими. Люди превращали своих противников в неопасные формы. Ну и вот получилось такое обилие у нас животного мира. В действительности животный мир, он должен быть подконтрольный. Ведь любой вид можно создавать самим. И в принципе, вот староверы это и могут делать. Они могут вывести любой вид, какой им нужно. И инопланетяне то же самое могут это делать. Но это как бы не такая уж секретная информация. Для нас это все секрет. Для нас, ну вот, говорят, что виды, там, расы. Рас много не может быть. Раса всего лишь одна. Это земляне. А все остальные это пришедшие к нам виды. Они не из земли.
У меня, кстати, одно из самых видео, которое вызвал наиболее сильный отклик со стороны ненависти, хейтеров, мне там и смерти желали, и проклинали, где я просто описывала, что не надо отдавать свои старые вещи другим, что образуется энергетический канал, ты как их не стирай, все равно связь останется. Это я по своему опыту узнала, я раньше собирала вещи и отдавала каким-то там детям, еще куда-то, и после этого у меня жизнь на несколько месяцев в ад превращалась, я себя не узнавала. И поделилась с людьми с этим. Так меня там и проклинали и так далее. Говорили, как же вещь новую, как жалко, подари вещь жизнь. А себе они не хотят подарить спокойствие. То есть вы можете подтвердить, что свои вещи нельзя отдавать людям. Потому что меня они не послушались и просто начали проклинать. Это правильно. Носить чужие вещи можно при условии, если вы их выкупаете. Вот у нас раньше все же обмывалось, да, и сейчас эта традиция осталась, там, медаль там обмыть, там, или еще что-то. Дело в том, что у нас вот купцы, они же говорят, что это как бы продавцы были, да, купцы это те, которые купали вещи, у нас же был прямой обмен. И раз вы получили энергетику, то есть ее надо убрать, вещь надо прокипятить. Это ведь никто сейчас не делает, вот, потому что кипячение разрушает информацию, вот. Можно, но вот староверы, опять же, беру пример, они этого не делают. Если чужак, как, ну, как я, например, да, они это все сжигают просто-напросто. Вот. А то, что вы получали энергетику от тому, кому отдали свою вещь, потому что вы же с ней связаны, естественно, что вы будете... Я могу привести вам другой пример. У нас жила соседка, гулящая женщина, да. У нее много нарядов было, все. И вот она подарила свои наряды девочке. Ну, не девочке, это уже девушка была. Ну, бедная семья такая. Она стала тоже ходить. Она стала такой же, как и та. Вот. А семья была очень приличная. Они жили, ну, как бы бедно, но достойно. И тут вот такой вот подарок. Девочка сошла с ума. Ну, как сошла с ума? Она стала гулять. Для них это, для всех был шок, естественно. А почему? Да потому что подарили. Да, это действительно ужасно, конечно. Надо с этим быть аккуратным. Вот, учитывая даже то, что староверы все это выбрасывают, видимо, они знают больше, чем обычные люди. Конечно, конечно. Да, вы меня прямо заинтересовали, захотелось про староверов побольше почитать, потому что у меня тоже зачастую такие категоричные взгляды проскальзывают, которые люди не понимают, но я понимаю, что так лучше для меня, и пусть лучше меня все ненавидят, чем я себе буду вредить. Да, и вот, кстати говоря, вот солонин еще обладает очень удивительным качеством, он сужает наши диапазоны. Вот мы же как бы вот ауру многие ведь не видят. Ну, ауру вокруг свечения человека, да. Вот. То, что тут вот в тонком мире происходит, они этого не видят. В 19 веке, я сейчас забыл, какая книжка, ну, это епископ какой-то писал. Он писал, что человечество слепнет, оно не видит уже сквозь стены, оно не видит многих цветов, оно не видит там и не слышит, главное. Вот он там перечислял, я это не знаю просто. Животных каких-то, которые так-то красиво там поют, вот, ну, я просто не знаю их, их просто сейчас нету, потому что все же вымирает, вот, а это все солонин, солонин, потому что его же насильно внедряли фактически, да, вот, ну и в конце концов внедрили, сейчас у нас это основная пища, а это очень страшный алкалоид в реальности. Который именно забивает наши органы чувств. У нас же, смотрите, видений-то ведь было много. Смотреть, глядеть, видеть, зреть. Это же все разные формы видения. Их больше десятка у нас в русском языке. Там бачить, дивиться. А всех этих уже видений нету. Хотя центры в мозгу остались. А их нету. Что они сейчас контролируют? Что они видят, эти центры? Они уже бесполезны. Потому что у нас на периферии все заблокировано. Согласна с вами. Вот у меня с детства развито много видов зрения.
И даже негде о них почитать, даже вот непонятно. Например, один вид зрения можно смотреть с закрытыми глазами, другой вид с открытыми, и ты также видишь другое пространство. И, видимо, это вот эти виды, но даже нельзя почитать, чтобы правильно понять, как ими пользоваться, потому что в интернете об этом ноль информации. Да, так а интернет с чего он будет? Он берет информацию ту, которая есть у человечества. А этой информации у человечества нету, естественно. Те же самые чудесные вот меридианы. Это же органы, которые у нас развивались в процессе эволюции, которые нам даны, в принципе, от рождения, но они появляются позже, если ребенок правильно спит. Всего лишь на все. А у нас таких вот традиций вредных, их очень много. Вот я могу перечислять, вот особенно свадебный обряд. Нас же встречают хлебом и солью, а встречали медом и хлебом, амарантным хлебом, да, и медом. И потом, ведь смотрите, губы мазали медом, а тут уж едят соль, да. Соль вообще появилась в 19 веке. В 19 веке. И почему? Потому что у нас давление было еще две атмосферы, потому что опыт Торричелли, который определил давление атмосферы, 1400 миллиметров ртутного столба. Сейчас 760, ну 760 где-то, 740 даже. 760 это еще мое время было. Вот. То есть получается, что давление упало в два раза. А вот, во-первых, когда такое было давление, было тепло. Не было вот этих шапок ледовых. Ни на Антарктиде, ни в Арктике, нигде не было. Потому что большая плотность, она теплопроводность повышает, и тепло легко переходит на южный и северный полюс. А когда давление упало, а упало оно именно из-за ядерной войны, которую уже наши новохронологи явственно доказали, да, что было и воронки там по всему земному шару, которые, в общем-то, одинакового размера и заполнены водой, да, и радиоактивность, которых повышена до сих пор. И то, что у нас деревья появились кольца, потому что старые деревья колец не имеют годовых, потому что всегда температура была одна и та же. Вот. И то, что, значит, много вот этих вот тектитов, да, тектит это вот спекшаяся масса стекловидная, вот она появляется только при больших температурах. А тектиты разбросаны везде, по всей Земле, включая и в морях, и в океанах, их везде много. Они и черные, стекловидные такая, и зеленые бывают, и коричневые. Но я много видел таких тектитов. Вот, раз была, значит, эта война, ну, значит, и было падение давления. Раз упало давление, потому что ударная волна же, она не только вдоль Земли идет, она идет вверх и увлекает за собой массу воздуха. Поэтому воздух был выброшен в космос, и у нас, в общем-то, получилось разреженное пространство. Вот одна атмосфера. Вместо 1400 миллиметров тут на столба, значит, 760. Ну и 740, как сейчас. Ну и все. И у нас появилась зима, появился снег. А вот знаете, был такой ученый Филимоненко. Он открыл холодный ядерный синтез, и в целом он занимался процессом омоложения, бессмертия. И вот его мнение, вот интересно, вы согласны с этим, что мы стареем из-за того, что как раз была вот эта ядерная бомбардировка, и сейчас очень много везде калия 40 в почве, в продуктах, вообще везде. И вот что якобы этот калий 40 и заставляет наши клетки быстренько гликироваться, убивать друг друга, включает апоптоз в определенном возрасте, потому что критически много становится калия 40. Вот правда ли это, что действительно радиация так плохо на нас влияет? Или все-таки это лишь предположение? Вот какое ваше мнение? И как вывести этот калий 40, если это действительно так? Но это лишь гипотеза. Дело в том, что вот вы возьмите калийный, ну, калий хлор обычный, да, и посыпьте растение, оно расцветет. Возьмите натрий хлор, посыпьте растение, оно умрет. В действительности у нас натрий хлор, он как раз привнесенный элемент. То есть специально запустили бактерии, которые меняли калий на натрий.
И у нас, в общем-то, сейчас вот получилось, что натрий ведь что делает? Вот почему у нас соль-то появилась? Почему мы ее стали добывать? Он делает проницаемость тканей у клеток. Раньше как бы давления хватало для того, чтобы проницаемость, ну то есть обмен клетки с окружающей средой, он происходил нормально при большом, при двух атмосферах. А когда давление упало, надо было понизить проницаемость клетки, чтобы клетка жила. И поэтому это, для этого и калий подходит у нас, и натрий подходит. Но натрий, он делает еще более проводимую клетку, мембрану. И поэтому именно вот натрий, он приводит к тому, что клетка засоряется очень быстро. Ну, то есть 70 лет, это, в общем-то, быстро. Мы, во-первых, и так печень свою забиваем к 20 годам. Она на 20% только работает. И она бы, ну, мы бы вообще загинались, если бы у нас от полой вены, которая собирает всю кровь с кишечника, которая идет потом в организм, если бы от нее не формировались два отростка, которые впадали в вену кава, то есть в малый круг кровообращения, то есть попадали, уже не очищенная кровь, она ну, то есть миновала печень, потому что в печень уже вена не может воткнуть кровь, которую она собрала с кишечника. Печень забита в 20 лет. В 20 лет человек начинает интенсивно стареть. И благодаря тоже натрию. Значит, все-таки нужно сокращать, ну, вот, количество натрия все-таки в пище, насколько это можно. И, а вот какая-то есть критическая вот, отметка, вот, на когда, докуда натрий для нас полезен, а откуда он уже идет вреден? Или в принципе натрий для нас бесполезен? Нет, он немножко, в небольших количествах он нужен. В небольших. Но в больших количествах нам нужен калий. А у нас его вообще нету. У нас же не делают даже морскую соль. Мы не, ну, некоторые, конечно, едят. Там соотношение, если калий и натрий, то 80 и 20%. Их такое соотношение. То есть 2 к 8 или 1 к 4. Вот. А надо наоборот сделать. Тогда, во-первых, вот кто употребляет калий-хлор, да, люди, во-первых, очень спокойны. Во-вторых, у них, в принципе, вот это вот развлечение цветов, да, у глаз намного сильнее. Многие люди вообще не различают цвета. Вот есть цветовые тесты там у окулистов, да. Вот, а они, в принципе, многие не видят эти различия. Ну, там, где пишут цифры, и там за это затушевывают. А вот калий способствует, ликвидирует эту неразличаемость. Хорошо, что вы сказали. То действительно, как-то я так прониклась к Филимоненко и начала как бы ему, ну, так доверять. Но все равно, как говорится, доверяй, но проверяй. Даже самые такие хорошие люди могут ошибаться. Ну, эта гипотеза, она интересная, потому что калий 40, у нас калий 39 имеет. Ну, обычно самый распространенный. А тут 40, это другой. Так у нас много таких. У нас же изотопов в реальности огромное количество. Вот, и не всякие изотопы нам полезны, понятно. А их синтезируют, особенно которые вредны, в огромном количестве, которые там и химтрейлы, и все прочее доставляют наш организм. Все-таки насчет радиации хотелось бы уточнить. Вот есть люди, на которых вообще радиация не влияет, а на фрукты, например, вообще она хорошо влияет, красивые они растут, большие. Все-таки радиация, она вредна для человека или нет? Или для определенных людей, ну вот, допустим, не совсем человеческим ДНК, может быть полезна радиация? Дело в том, что вот опыты с радиацией показывают, что когда радиация в небольших количествах, все расцветает. И растения расцветают, и животные, они увеличиваются в размерах и, в общем-то, дают, ну, хорошую схожесть, там, хорошие плоды, вкусные, все прочее. В малых количествах. В больших количествах все гибнет. Это известное выражение Парацельса. Все есть в малых количествах лекарства и в больших количествах яд. Благодарю, очень интересно.
еще хотела узнать насчет все-таки оживления. Я уже, по-моему, давно хотела вам задать этот вопрос, но все время как-то не получалось. Вот если труп уже окоченел, вот, допустим, пролежал пару дней, да, он уже окоченел, то его все равно можно как-то, ну, грубо говоря, оживить или уже невозможно? Потому что, ну, у меня все время возникает мысль, вот если человек умер, но он на самом деле не умер и не окоченел, то его можно оживить. А все ли люди коченеют? Скорее всего, да. И вот в этом аспекте уже как-то его можно оживить или уже все? Дело в том, что вот в 19 веке Забелин, ну, еще были авторы, я их всех читал, но которые были, во всяком случае, кого я смог достать, они описывают способ реанимации умерших людей, вот пролежавших там двое, трое суток, месяц даже могут пролежать. Вот это вот окоченение, контрактура мышц, так называемая, она возникает из-за того, что температура тела падает. Вот это при 34 градусах у нас больше руку не согнет. Вернее, ее можно согнуть, но очень тяжело. То есть, потому что оно все дубовое такое становится. Но если человека кладут в баню, да, разогревает его, надо разогревать его до 38 градусов. Потому что у нас внутри организма не 36,6, а 38 градусов. У нас на поверхности, вот под мышкой, 36,6. Вот. И потом, для того, чтобы запустить все процессы, их надо чуть-чуть на полградуса или даже на градус больше, то есть 38-39 градусов. И тогда все процессы запускаются. И человека откачивали, то есть его брали, клали на живот, на одеяло, и одеяло раскачивали, и тормозили. Почему это делали? Потому что у человека очень тонкие в мозгу капилляры, они тоньше человеческого волоса. И как только то всего лишь на полградуса понизится температура, кровь сразу сворачивается, и возникает тромбозы, и выпадает целые функции. Потому что человека иногда вот вытащит, да, из воды, он там 15 минут прошло, его оживить не проблема. То есть ему делают искусственное дыхание, там, он, ну, как бы непрямой массаж сердца делают, да. Человек начинает дышать, начинает, значит, это сердце биться, все вроде нормально. Но он не пришел в себя. Если он не пришел в себя, значит, он умрет. Обязательно надо его привести в чувство, чтобы сознание вернулось. Потому что, ну, я работал спасателем, я знаю, что если человека вот все уже сделали, человек уже все живой, да, но он не пришел в себя, кладут его в скорую помощь, и скорая помощь едет в морг, потому что он по пути умер. Но если вы его, значит, а у нас сознание, если он, вы его привели в сознание, он выживет. У нас сознание находится в этом центре. То есть человека почему кладут на живот? Чтобы здесь, этот центр, попала кровь. Если она туда не попадет, все остальные центры потом могут восстановиться. Но если центр воли не... То это центр воли здесь. И это, собственно говоря, есть наше сознание. Если туда не попадет кровь, это бесполезно. Вы его не потеряли, считайте. Поэтому оживляли, вот, раскачивали, чтобы пробить все пробки в этих сосудиках маленьких. Чтобы кровь спокойно, нормально поступала во все ткани мозга, которые связаны с волей, с сознанием. Благодарю. Это получается, это могут сделать только те люди, которые, скорее всего, живут где-то в деревне, друг другу доверяют. Если человек, типа, умер, никого не вызывать, и один же человек или два так особо не раскачаешь, нужно хотя бы человека 3-4, наверное. То есть это... 4 человека, ну, даже 5. Просветленные люди нужны, которые смогут, ну, действительно довериться этому, а не говорить, ой, что мы сейчас будем здесь с трупом возиться. То есть это почти нереально даже с психологической точки зрения, чтобы кого-то вообще уговорить на такую авантюру. Но я думаю, такие люди все-таки есть. Но реанимационная команда должна быть не из двух человек, из двух врачей, а хотя бы человек 6. Один врач, который будет следить, и 6 санитаров, которые будут откачивать. Да. Конечно, это очень важно, я думаю, хотя бы раз так оживить человека, и дальше уже можно будет это делать. Просто... Дело в том, что оживляли, просто ведь это не становится
объектом внимания и не распространяется широко. Мы же не должны знать, что смерти нет, что на любой стадии человек оживляем, то есть его можно оживить, привести в чувство. У нас же вот именно когда человек умер, как ни странно, да, вот от ран умер, раны восстанавливаются в 5 раз быстрее, чем у живого человека. Ну, потому что там, ну, как бы клетки местным способом могут бороться и с инфекцией совсем. Вот. У него продолжают расти ногти, расти волосы. Происходит полюция, происходит менструация. Он живой человек. Он, хоть и у него ничего не двигается, нет дыхания, нет сердцебиения, но функции-то продолжают работать. Местные. А не может быть такого, что внутри человека после какого-то момента, но если неправильно хранить труп, могут микроорганизмы начать уже есть его изнутри? Ведь как они попадают обычно в гроб? Именно как бы уже изнутри человека он их как бы съел, как эти мушки-дроздофилы, а потом эти мушки вылезают из фрукта и начинают летать. Может же быть такое, что у него пойдет уже определенный запах и так далее? Так дело в том, что человек, когда перешел на вареную пищу, он, собственно, себя заразил всем этим богатством микроорганизмов, которые, в общем-то, живут у него как в кишечнике, так и в крови. У нас же ведь еще только недавно считалось, что кровь стерильна, но это ведь не так. Кровь также заражена, как и кишечники, всеми теми же паразитами, которые живут в кишечнике, те же живут и в крови. Причем они размножаются в любых органах. Хоть в мозге, хоть в глазе, хоть где. Да, это точно. Вот еще такой очень важный вопрос, что вот сразу видно, что за последние 5-10 лет люди поняли, что нас система обманывает во всем, во всех сферах. И сколько роликов на Ютубе, блогеры стали пробуждаться, об этом стали говорить даже люди, которые были очень далеки от мистики. Но почему-то они не хотят видеть правду о том, что эзотерика, какая она есть, и духовные учения, которые людям на блюдечке с голубой каемочкой поставляются, это такая же ложь. Но они не хотят в это верить. Вот в политику они не верят, в историю они не верят, в науку они не верят, а в религию верят. Как вы считаете, из-за чего это происходит? Это так их эгрегор поработил уже? Так промыл им мозги? Или просто, ну, это не боятся признаться себе в том, что даже это ложь, даже вот самое святое, их вера, их принципы — это тоже ложь. Вот как вы считаете, что надо сделать, чтобы люди все-таки поняли, что здесь их тоже обманули? Так дело в том, что у нас ведь существуют вот такие, ну, мыслительные волны, они могут искусственным генерироваться, навязывать человеку эмоции, мысли и так далее. Мы полностью под контролем, не надо думать, что мы самостоятельно мыслим. Большинство мыслей — это навязанные. Вот сейчас вот пропаганда рекламы, да, она очень активно занимается тем, чтобы навязать нам какую-то дрянь, чтобы мы купили. Нам она не нужна, но мы ее покупаем, потому что они занимаются вот этими вещами. Это, кстати говоря, это то, что касается рекламы. А вот те, кто нами вот управляет, они специально там, надо сделать, значит, бунт, они это сделают. То есть они заставят толпу идти, громить все на своем пути, жечь, убивать и так далее. Они это делают. Вот. Или там, допустим, агрессия какая-то, или там... у нас же, смотрите, вот точки так называемых Хартмана, да? Это считается патогенные точки, да? Вот мы проводили опыты, ну, уже много проводил опытов, но вот мы проводили, каждый час... Там возникает у человека, ну вот посадили человека и смотрим, какие у него эмоции. Агрессия, половое возбуждение, агрессивное возбуждение. Дальше, значит, тоска, сон. Вот в разное время вот эти вот все состояния у человека проявляются. Вот именно в этих точках. То есть у нас вся Земля покрыта этой сеткой Хартмана. То есть нам навязываются отрицательные эмоции. Опять же, все для того, чтобы нами управлять. И поэтому вот не надо, чтобы человек возникал, когда там ну, какие-то происходят события, против которых все выступают, да. Вот. Они
человека сон и безразличие. Ему ничего не надо. А надо, когда, значит, что-то хорошее происходит, надо, чтобы человек возбудился, и это хорошее отверг. Они его тоже возбуждают, и вот он идет там что-то громить. Закон какой-то для него, он, якобы он ему не нравится. Не тот приняли. Вот. Мы управляемые. Мы управляемые, и главное, не осознаем этого. Но кто осознает, он уже начинает управлять своим поведением. То есть, если даже человек просто вот логически как-то постарается себя настроить на то, что это тоже вранье, сопоставит какие-то факты, не знаю, проведет какую-то аналитику, это все равно не поможет, эмоциональный фон вот так вот сбунтует, возьмет верх, он скажет, это все фигня, я верю в Бога, и он не может мне врать, так что все это фигня. И как бы эти эмоции, они его захлестнут, и он как бы снова еще с пеной у рта начнет вот так печатать, как бы, и, ну, то есть никакая логика здесь не поможет вообще. Ну, это да, да. То есть можно затянуть человека в любое учение. У нас же сейчас 27 тысяч конфессий. Вы в курсе, да, 27 тысяч. У нас была всего одна конфессия когда-то на Земле, а сейчас их размножилось до такого количества, потому что вот и имеет место быть вот такие вот затягивания, такие вот точки Хартмана, которые могут что угодно человеку навязать. Нас же надо разделить и стравить. Раньше ведь конфессия, она в чем заключалась? В том, раз у нас внедрили перевоплощение, у нас перевоплощения не было, было бессмертие. Вот. Надо было, чтобы человек просто перевоплощался. А сейчас, когда убрали перевоплощение, да, вот, когда вот у нас была Мишна, да, ну, то есть, после Мишну стала Библия. Вот. Мишну фактически запретила перевоплощаться. У нас сейчас душа бесхозна. Почему их легко забирают на головах? Да потому что она никому не нужна. А человек ведь он не понимает, что с ним вообще там происходит. И куда он попал. Никто не понимает, что они умерли. Они продолжают жить там, ходить к родственникам и все прочее. И не понимать, почему их не замечают, почему на их слова не реагируют. Но их не видят. Но они продолжают жить с своими родственниками. Некоторые, которые понимают, но они уже там свою жизнь организуют, естественно. Но они, в конце концов, идут на гавах все. Вот. На гавах неважно, праведник ты был или грешник. Все идут на гавах, потому что душа бесхозна. Тризны не было. Вот тризна слово практически во всех языках осталось. Но и никто не делает. Староверы делают. Православные делали. Ну, православных сейчас нету, к сожалению. Так вот, душа, раз бесхозна, она идет на гавах. И они вынуждены бежать с того света и воплощаться во что угодно, лишь бы сбежать и не попасть. То есть это смерть души, гавах — это смерть души. Больше никаких перевоплощений, больше никаких жизней, ничего не будет больше, все. И они воплощаются в животных, в деревья, в насекомых даже. У нас есть гусеницы в фотографии с человеческим лицом. Есть пауки, у которых на животе человеческое лицо. Есть деревья с человеческой фигурой. Вот мандрагоры возьмите. Там всегда корень, он похож на человека. Потому что люди вынуждены воплощаться во что угодно, когда они узнают, что их тащат на головах. Там же котлы переваривают. И душа ведь... Мы же говорим, что душа это вот... Тонко материально, нет, она наоборот очень плотная. Она настолько плотная, что мы для нее воздух. Вы смотрите, матрешки. Все меньше и меньше. У нас 9 матрешек, ну или 7. Ну правильно, 7 для первого кона. А вообще для первого круга там 9 должно быть у нас тел. Создано. Вот душа и дух наши создали предки, они в нас. Ну наши потомки. Мы же когда-то жили. Вот мы за свою жизнь тогда создали и душу, и дух. Они все время воплощаются сами по себе. А вот эти тела, которые астральные, ментальные, эфирные, их надо восстанавливать. Их нет. Есть оболочки, а тел нету. А вот надо их создать для того, чтобы у нас были запасные жизни. У нас, потому что душа – это запасная жизнь в реальности. И дух тоже – это реально запасная жизнь. Но мы, правда, не можем это сделать сейчас, лишены этих знаний, которые, опять же,
в некоторых местах Земли это делают. То есть могут они переходить из одного тела в другое тело, свое, в тонкое. И это тело делать его видимым. Могут раздвоиться, могут расстроиться. Так некоторые святые делают. Вы это знаете прекрасно лучше меня. Да, скажите, а есть какая-то разница вот между вот этими душами? Это славянский дух или это дух захватчиков? Или какие-то другие существа из других сот? Есть ли разница? Ну, может быть, их, у них нету Гаваха, может, их обратно отправляют? Потому что я смотрю, что как бы славяне вымирают сейчас. Поэтому такое подозрение, что это нам все самое худшее, а им там все нормально. Ну, это имеет место быть. Но дело в том, что там не важно, какое существо, с какой планеты, какого уровня развития. Законы все одни и те же. То есть в этом плане мы все потом просто одни умеют это делать, да, а другие не умеют. Одни знают, другие не знают. Ну, вся разница только в этом. Получается, уже в конце, когда сюда ну, вот, снова же рождаются тела там, и так далее, они просто как бы вообще без духа, без души, просто как бы их населяют микроорганизмы, правильно? И формируют какое-то бесовское существо, которое, как вот в фильме про мужика, из которого собачье сердце кажется, который просто вот, типа он как человек, но он собака. Вот так вот получается, поэтому у нас одни биороботы сейчас. Ну да, в какой-то степени, да. Но потом у нас, видите, сейчас ведь очень много пересаживают сердец. Там сколько-то тысяч операций в год только в одной стране. Вот. А там по всему миру, это же сейчас операция вошла в моду, а у нас душа в сердце. И факты показывают, что кому пересажено это сердце, да, вот, он уходит в ту семью, сердце которого, человека, которого принадлежит этой семье. Он не живет в своей старой, он другой. А душа ведь это, у него, во-первых, опыт, у нее знания. Вот, очень важен контакт души и нашего сознания. И как выяснилось, что душа говорит на русском языке, на старорусском языке. Вот, и когда люди вот сейчас активно меняют свой язык, да, у них новые нации там возникают. У нас уже сейчас 7111 языков. Это фактически новых наций, да. Вот еще недавно было 6000, сейчас вот за последнее время больше 1000 возникло. Потому что новые языки, новодельные языки, вот, они прерывают контакт с душой. И поэтому появилось явление внезапных смертей. Молодые люди внезапно берут и умирают. Ну, потому что душа понимает, что этот человек, он невменяем, она ему не может управлять. Она не может ему подсказывать, она же не может ему приказывать. Она может только подсказать. Вот. А человек волен, конечно, сам поступать. Но раз у него нет контакта с душой, он поступает так, как ему заблагорассудится. И теряет, в принципе, возможность перевоплотиться. Чтобы этого не было, душа берет и покидает, добровольно покидает тело. И человек падает и умирает. Он может и не умереть, может другая душа в него вселится. И он становится другим человеком, который не помнит ничего про свою предыдущую жизнь. Но это у нас считается заболеванием, как правило, садят в психушку. Вот. Но это ничего не помогает, он просто другой стал. Это получается во время клинической смерти может произойти, правильно? И да, и во время клинических смертей такие вещи происходят. Но это тоже распространенное явление. А скажите, пожалуйста, вот микроорганизмы, которые живут в человеке, вот вы знаете, я замечаю, что после 35-40 лет очень сильно меняется взгляд. И человек, он как бы становится больше как животное, которое живет на рефлексах. Покушать, посплетничать, посмотреть сериальчик, сходить попьянствовать. То есть вот каких-то таких вот высоких порывов, которые были раньше, даже просто творческих порывов, уже нет. Ну вот зачастую, да, которые не развиваются обычные люди. И получается, что микроорганизмы, они уже замещают душу и полностью владеют всеми частями тела.
Можно ли что-то сделать для того, чтобы вернуться обратно? Или если это уже произошло, то все? Ну, в природе все обратимо, в действительности. Нет нерешаемых вопросов. Есть просто ситуация, когда мы не знаем, как решить. А в действительности все решаемо. Потому что, ну, во-первых, у нас принципов, у нас была целая книжка принципата, которая входила в нашу священную первую книгу, которая называлась «Канон». Потому что мы же по канонам жили, да? Вот там входил принципат. Там такие принципы, как все во всем, что в большом, то и в малом, что вверху, что внизу. Ну, Гермес Трисмегист, да, скрижали его, фактически, да, но это вытяжка. А там то, что, в общем-то, вот происходит, да, у нас 1% наших тканей, да, здоровых, заменяется в год. 1%. Один от 1 до 3%. Вот, и поэтому у нас, когда 30, там, 60%, вот в этом диапазоне уже человек практически не жилец. Он может умереть любую минуту. То есть он может и жить и 60, когда заменены у нас ткани. И причем вот ткани, которые заменены микробами, они мимикрируют под человеческие ткани, под человеческие клетки. Но они не выполняют его функции. Они получают только иннервацию, получают только питание. И больше ничего не делают. И вот когда их так много становится, да, человек умирает. Но они формируют у него, у человека, его потребности. То есть клеткам надо, чтобы он ел мясо. И они создают ему этот приоритет. То есть он любит мясо. Им надо, чтобы он пил молоко. И человек любит молоко. О, это не его мысли, это не его желание. Это желание вот этих вот замещенцев, которые заместили клетки. Да, это, конечно, ужасно на самом деле, и люди полностью воспринимают это как за свои желания, но это, наверное, те люди, которые как раз идут на гавах, потому что у них же, в принципе, прошивка, ну, несколько другая, чем у тех, кто реинкарнируется, имеет дух, имеет волю, стремление. А получается, что вот эти люди – это как искусственно созданные люди для того, чтобы делать массовку, правильно? То есть они как бы в всей системе. Чтобы получать гавах из них. Больше ни для чего. То есть, вот вообще, если мы получим независимость, нам, во-первых, надо менять питание сразу же, да. То есть переходить на то питание, которое хотя бы в 19 веке было, до 1970, до 1870 года, когда заставили всех варить все. Вот. В 1905 году уже ввели этот день мясоеда. Вот, у нас он сейчас закреплен ведь религиозно, а раньше мясо не ели. Вот. Ели там, ну, морские там их употребляли, да. Там есть типа вот ежа, да. Оно и не растение, и не животное. Но оно, как ни странно, человеку дает бессмертие, это животное. То есть те, которые заболевают раком тем же, да, они вылечиваются. Там пропить этого ежика. Ну, небольшое количество, и все, в принципе. Человек здоров. Вот. И ели плоды. И плодов было много. Ели овощи, которых тоже сейчас мало стало. Вот. Ели корнеплоды. Не корнеплоды, а клубеньковые. Но у нас сейчас только остались батат и топинамбур. Ну, и картофель. А картофель это как бы не наша пища. Нам ее завез Петр Первый. Ну, якобы Петр Первый. Вот. Но в действительности это внедрение инопланетян, захватчиков. Вот. Ну, Петр Первый, он как козел отпущения, на него всех собак можно повесить. Получается, что вот если все-таки они уже заместили большинство тела, у них же воля тоже как бы пропадает, парализуется, значит, уже навряд ли что-то можно сделать. Или если там кто-то их будет уговаривать, допустим, пропивать сок морского ежа или чего-то такого подобного, это может помочь. Или уже навряд ли. Ну, их же очень много, как их убить? Это все равно, что весь слон отравлен, и ты ему даешь ложку меда. Разве это подействует? Я сказал морской еж. Морской огурец. Еж тоже. Там тоже у него интересная функция.
А вот огурец, огурец, который и не огурец, и не животное. То есть у него там все присутствует. Да, очень интересно. Просто такие люди, я вот замечаю, даже вот если девушки, и они были всегда стройные, такие астенического типа, то вот когда вот это паразитарное замещение, у них такие-то становятся грузные ноги, такие щиколотки, так руки возрастают, такие плечи, как будто изнутри что-то растет, и плотнят щеки такие становятся, знаете, вот я замечаю, что они прям как будто обрастают чем-то изнутри, и такие неповоротливые ходят, знаете, вот как будто вообще не человек уже в внутри что-то ну, другое. Это все питание, все питание. Посмотрите на инопланетян, да даже вот, которые у нас живут внутренне. Ну, конечно, не все их различают, а их много здесь ходит. Вот. Они же все стройные, все подтянутые, все, ну, у них хорошее питание, в отличие от нас. Вот. И им не надо беспокоиться там на диетах сидеть или еще какие-то дополнительные средства употреблять, чтобы похудеть. Они у них нормальный вес, у них нормальные функции, у них все нормально. Даже швабцы, которые, в принципе, это, ну, как бы земляне, да, вот, которых сейчас 4 миллиарда уже на Земле расплодилось, вот, они тоже нормальные, вот, но их от нас не отличишь вообще, если они не скажут. Но они красивые, все равно их можно выделить по, хотя бы по красоте. А может, есть у них какие-то отличительные признаки, вот как бы можно было их выделить? А, может, они похожи на какую-то национальность определенную или какой-то есть стиль в ну, одежде? Швабцы – это Германия. Это продолжение фашистской Германии, Швабия, которая живет на внутренней земле, на границе внутренней земли и нашей земли поверхностной. То есть у них они светлые, да, все похожие, высокие, наверное, светлые. Да, они светлые, голубоглазые, такие же, как и русские. Вот, так что их особого отличия не найдете. Но они заражены все вот этой фашистской идеологией. Фашистская идеология – это инопланетная идеология, нам внедренная специально для того, чтобы нас стравливать, для того, чтобы нас убивать, для того, чтобы нас превращать в рабов. И Швабия сейчас выполняет эту функцию, которая была раньше у римлян. Римляне же нас захватили. Римляне нас эксплуатируют, и они не люди, они печенеги по Карамзину, песенаги, правильно, или песеглавцы. У них там две империи, у нас же два орла сейчас в гербе, две головы в орле. Было три, когда была еще Византия, но они с Византией поссорились. Вот, сейчас ее гновят тоже. Также еще вот вопрос тут такой, мы уже его косвенно затрагивали, что каждый человек закреплен так называемую судьбу, и определенные силы стараются контролировать жизнь, поведение, мысли, это, видимо, за счет этих вышек, а внутри у нас же микроорганизмы, и я так чувствую, что вышки очень влияют на микроорганизмы, но помимо вышек еще же и солнце на них влияет. Как их активирует солнце? То есть вот солнце светит, все, микроорганизмы расцветают пышным слоем, и человек, он уже просто как, знаете, как какая-то кобыла, которая бегает туда-сюда, у него уже своих мыслей нет, он просто выполняет функции вот этих вышек, или солнце, это что же излучатель, который формирует вот эту микробиоту. А есть ли вообще какой-то способ, хотя бы для тех, кто это понимает, ослабить это влияние или вовсе себя от него экранировать и, ну вот, просто жить своими мыслями, своими чувствами? Или это вообще невозможно? Да нет, возможно. Сейчас же, вот смотрите, зародилось такое движение, как нееды, да, которые не употребляют вообще пищу. У них интересно проявляется то, что они в реальности не едят, не только не едят, но и не пьют. И более того, они и не спят. Они дышат один раз в минуту. У них температура тела там 35 градусов. Вот. Даже 34 у некоторых. У них совсем другой обмен. Они митохондрии не используют в своей жизни. У них обмен напрямую, то есть получение из эфира энергии получается. Они совсем по-другому себя ведут. Вот. И желаний что-то есть, у них нет. И, кстати говоря, у инопланетян тоже, которые попадали к нам в плен,
Вот, они же не ели тоже, их там пытались кормить, пытались им ставить уколы, да, с пищей, с нашей. Но у них совсем другая физиология и другое вообще строение тела. Вот те, которые питаются кожей, да, но это обычно это биороботы, вот, у них ведь нет желудочно-кишечного тракта, как у нас. Вот, они вот ложатся в растворы из энзимов, добытых из человека. Вот, причем они вот, которых рожают детей, да, ну, женщины должны, они же своих там еще, свои яйцеклетки подкладывают, оплодотворенные ими же, но только вынашиваются землянками, да. Вот, они, ну, вот девочка рассказывала, ее забирают периодически туда, да, вот, и они, эти энзимы, вот, дают им в таких вот, типа, как вот у нас пиво продают в таких вот банках, да. Вот ими можно обмываться, вот можно их пробовать там на вкус, но у нее есть желудочно-кишечный тракт. Вот, но она не может их пить вообще, она ей все это противно. Она потому что, ну, земная женщина, в данном случае ее мать, она переборола все эти, перебила все эти инопланетные влияния. И эта девочка, в принципе, она рассказывает про этих инопланетян, все, что там происходит, как они выглядят, что они тут делают, ну, что она знает, что ей...